Здравствуйте, друзья! Вчера в Анталии бушевала непогода, был сильный ветер, волны были на берегу достаточно высокие, но сегодня уже другой день. Сегодня на улице светит солнце, небо достаточно ясное. И мы с вами сегодня сможем наглядно посмотреть, какие же последствия остались в городе после вчерашнего дня. Я вчера выходил на улицу, чтобы отснять эту непогоду, и мы теперь сможем наглядно сравнить, что было вчера и что сегодня. Так, что же мы видим? Слева у нас сегодняшняя достаточно ясная погода. На улице тепло, светит местами солнце, на небе немножко облачно. И что же мы видим справа? Сильный ветер, видно, что на улице идет дождь, все колыхает. Видно, что и слева, и справа две разные погоды. И сейчас я буду попеременно включать звук. Сначала я включу его слева, чтобы можно было послушать, какая погода обстоит на улице, а потом я включу его справа. Итак, здесь мы видим, что ветер на улице довольно сильный, и даже справа видно, что оторвало кусок у дерева, но его уже на следующий день нет, и погода более спокойная. А сейчас мы плавно переместимся к следующему месту. А здесь мы можем видеть, что если смотреть справа, то на улице очень много воды на тротуарах и на дороге, которая уже, как мы можем видеть слева, впиталась, а листву, всю, которая выпала на тротуары и на дорогу, уже убрали.
Итак, друзья, как мы можем видеть, погода пришла в норму. Волна уже не больше обычного, так как вечером обычно достаточно высокая волна на берегу моря. Мы с вами вместе посмотрели два разных дня, когда была непогода и сильный ветер, и бушевало море. И сегодня, когда более спокойная погода в Анталии и море в норме. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А на фоне этого прекрасного вида я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!